Как-то. Давай посмотрим вообще, где ты там. Можно как-то... Ты можешь, вот, знаешь, ты можешь, как Том Круз в фильме «Миссия невыполнима», так раз, и стать Сашкой Ревой. Кстати, я мечтал всю жизнь, почему мы написали этот сценарий, я всю жизнь мечтал сделать вот это движение из «Фантомаса». Ты помнишь, когда конечно, он становился? Конечно, и в кино есть эта история. И а вот у нас сейчас... это будет? Подожди, ну давай, сними сначала парик. Давай сделаем элегант. Смотри, сними парик просто, смотри, раз. Ай! Ну сними, смотри, смотрите, такое медленное, вот на чем он там? Во-первых, вот. Вот. Так. Ужас какой. Впервые. Сашка! Стоп. Подожди. Смотри, никто не должен видеть это. Саш. Я взял кредит. Сашка. Саша. Слышишь? Подожди. Не надо медленно. Братюха. Подожди. Так, хочу. Саш. Поехали. Смотри, интересно. Подожди, аккуратно. Аккуратно. Смотри. Ой. Слушайте, это папа из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Полгода, плохая погода. Саш, подожди. Детей выгулял? Подожди, ну. Ну давай, аккуратно. Аккуратно. Попробуй. Фантастическая работа. Подожди, ну много. Подожди. Там где она цепляет? Где начинаешься ты? Где-то у пояса. Сейчас я покажу, внимание. Подожди, где там ты? Не все так красиво, конечно. Все, подожди. Нет, подожди, мы начнем. Вот. Вот он ты, вот твоя кожа, да, вот это вот. Саш, какое у тебя... Я разговариваю. Насколько твое тело старее, чем маска? Перестань. Нет, у тебя очень молодое тело. У меня изначально женское тело, изначально. Оно досталось мне от мамы, это, кстати, помогло на съемках. Серьезно? Да. И в камеди тебе сделают операцию? Кстати, в моем фильме играет моя мама. Выкидывай. Саша. Поехали. А. Та-да-дам, там,